Господа, наидобрейшего всем вам времени суток. Как всегда, с вами Док Браун. И знаете, сегодня я решил пополнить нашу рубрику «Первый взгляд». Rise of Insanity. Мы сегодня с вами посмотрим. Это хоррор, который, судя по описанию и скриншотам, обещает быть весьма интересным, интригующим и вроде бы как даже с неплохой графикой. Ну да ладно. Меньше текста, и давайте начинать. Новая игра. Внимание, эта игра содержит страшные картинки и может вызвать внезапное нервное возбуждение. Люди, имеющие проблемы с сердцем, но мы-то с вами на возбуждение, в принципе, и надеемся, так что пойдет. Keep calm. Relax. Calm down. Calm all your senses. My name is Dr. Stephen Dow. You are here because your disorders started to get out of control. You ceased to behave normally, and disturbing thoughts took control of you. You will undergo my original therapy. I will show you the film I created. And at the end, you will tell me what feelings you have while watching it, and if you saw anything worrying. Ей, кино будем смотреть. Вау! Классное кино, доктор! Я не удивлюсь, если все это происходит на самом деле сейчас в голове главного героя. То есть это что-то типа гипнотерапии или, возможно, еще чего-то. Вау. Упс. Ладно, будем считать, что это тень от дерева там. Так, ну-ка. А пациент Эдвард. Предварительный опрос. Предварительный диагноз. Тестирование новой терапии. Ожидание результатов. Угу, ясно. Прекрасно. Можно... Нет, ниже нельзя. Куча хлама всякого. The patient's data. Edward. 41 years old. Day, September 1st. I know Edward as far back as I remember. He worked as a gardener in our neighborhood. From the preliminary interview, I got to know that he suffers from a dream disorder. He has constant nightmares and can't sleep well, as well as a memory disorder. Sometimes he doesn't remember what happened a couple of days or hours ago. I have some suspicions connected with his case, but it's too early for the detailed diagnosis. Хм. Странно. Может, мы за Эдварда... Может, мы и есть Эдвард? Так. Что же я вижу на этом изображении? Четыре пятна я вижу на этом изображении, которое... Ни на что не похоже. Просто четыре гребаные кляксы, симметричные с обоих сторон. Так, похоже, мы на втором этаже какого-то особняка. Мячик. Знаешь, частично мне почему-то это напоминает Layers of Fear, но вот так визуально.
О боже. Прекрасная фотография. Так. Кому может нравиться ставить такие рожи в свой сервант, я даже не представляю. Но ладно, пойдем. Don't cross crime skin. Слушай, по-моему, в этом доме что-то произошло. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, что-то не так. И, по-моему, наш Эдвард что-то натворил и, возможно, позабыл об этом. Игра мне, по сути, еще ничего не рассказала, а у меня уже миллион догадок. Экспериментальный метод лечения доктора Доуэлла вызывает полемику. Прекрасно. Интересно, интересно. Нас лечат экспериментальным методом. Экспериментальной терапией. Разбитое стекло, зеркало. Так, а... стоп, а где это? Виновник преступления был кто? Что виновник преступления? Задержан, сбежал, был психопатом, повесился. О, я могу шифтить, это уже хорошо. Впечатление такое, что все это происходит очень давно, я бы сказал. В годах так 60-х, 70-х. Ох ты ж, ё-моё. Тут тоже была эта... Don't Cross лента, но... Её порвали. Madness Symphony. Окей. Может позвонить кому-то, может вызвать кого-то, а то что-то тут как-то не лады какие-то. Прямо вот. Ты ж, блин. А можно выключить? Нет? Жалко. Я бы вырубил на самом деле. Какие-то странные... картины, которые даже фотографиями толком-то не назовешь. Кухня. Honey, please turn off the TV. It's gonna be stormy. Чего? Хорошо, милая, сейчас выключу. А фамилия ученика Теодор Доуэлл. Английский язык 5, математика 6, природа 6, физкультура 5, этика 6, подпись родителя Сьюзен Доуэлл. А это часом не тот ребенок и мать ребенка, которые были убиты, про которых сказали по радио. Так, я, пожалуй, сначала все смотрю, а потом пойду выключать телевизор. Я изначально вообще-то хотел это сделать, просто... Что-то мне не дали. А вот то, что надвигается гроза, мне не нравится. Может, я нож возьму? Чисто себе за пазуху, и мне уже спокойнее будет. Моя любовь, помни, что у тебя сегодня дежурство. Окей. Какое дежурство? Если я работаю каким-то охранником, то я очень удивлен, что у меня такой офигенный дом. Телек я вырубил, прекрасно. В холодильник заглянуть... В холодильник заглянуть не могу, но что нам... До нас кто-то хочет дозвониться, ну-ка. Что-то происходит, судя по звукам. Алло, и... Блин, и как это понимать? Что-то... Там что-то про доктора, типа, могу ли я поговорить с доктором Стивеном Дауэллом?
И я закрыл глаза и оказался здесь. Я, судя по всему, в больнице. Дорогой Абрам, извини, что я так долго не писал. Из-за семейных и профессиональных проблем у меня не было времени. Надеюсь, у тебя все в порядке. Как дела у твоей жены Берти? Сейчас я занимаюсь пациентом Эдвардом. 41 год. Он жалуется на проблемы с памятью и сном. Я также заметил, что у него небольшие тики. Время от времени он внезапно и странно шевелит маленьким пальцем левой руки. Он рассказал мне кошмар, который все время мучает его. Это единственный сон, который он помнит. Он утверждает, что пытается в нем убить свою жену и ребенка. Ему не удается это сделать, потому что он просыпается каждый раз перед концом. Это очень странно, так как Эдвард холостяк и у него нет детей. Что ты думаешь об этом? Мне кажется, что это начало шизофрении или множественности личностей. Но у тебя больше опыта в области психопатологии. Поздравляю, Стивен Доуэлл. Стивен Доуэлл. Пока все еще не ясно, пожалуйста, придите в морг, помогите идентифицировать умершего. Прекрасно. Patient Edward 41. Day September 11th. Patient has told me about his dreams where he tries to murder his wife and child. As far as he said before, he's a bachelor, and he hasn't said anything about children. It could be some traumatic memory from his childhood. I have to get to know about it during our next meeting. It is a harder case than I expected. Some symptoms indicate that the patient can possess multiple personality. But these are only suspicions. I have to ask my friend, Abraham. Так. Я вот практически уверен, что все, что сейчас происходит, это все в голове этого Эдварда. Ух ты ж. Япона, мать, там тело. Причем, судя по всему, уже давно. Прекрасная больница, просто прекрасная. Ах, нет, не хочу смотреть даже на этот плакат. Мать и ее 7-летний сын убиты. Я начинаю потихоньку теряться уже в догадках. А что если я и есть тот самый убийца? И у меня реально там раздвоение личности и все дела. Ты знаешь, мне тут все начинает меньше и меньше и меньше нравится все. Мне еще-то в морг надо, но первый этаж тоже подойдет. Ненавижу такие лифты, ненавижу. Я вообще-то нажал на первый этаж, а попал каким-то лядом все-таки в морг. Блин. А, нет, можно мне фонарик? У меня есть инвентарь? Нет, нифига у меня нету. Ну нахер! Просто! Ну нахер! Я там кого-то видел. Я не хочу туда идти, правда.
руку. Блин, да чё ж оно всё так трусится-то? Так, возможно, я пропустил где-то фонарик. Я не хочу. Если это мой кошмар, то я лучше лягу здесь и буду спать, пока не проснусь. Капец, эти звуки просто вымораживают. Что это? Операция на роговице глаза, что ли? Фу, ужас. Как же хорошо, что медицина не стоит на месте, и она развивается. А то, прикиньте, вот так бы вот вам тоже там глаза б надрезали. Блин, ну серьезно, ну хоть какой-нибудь фонарик можно мне? Я не хочу идти там, во мрак, в темноту, там... Saint John Hospital. Прекрасно. Замечательное место. И мне все-таки придется идти в тьму. Странный лифт, странный госпиталь и еще хуже морг. В этом странном госпитале со странным лифтом. Какого черта? Ну серьезно, ну какого хрена? Оу. А можно мне свечечку взять? Ох ты ж, ё-моё, мне сейчас показалось, что тут кто-то лежит. Дохлая ворона и свечка. Баран, возьми ты эту свечку-то. Тут вообще цепями просто забито. Если вы ничего не видите, ребят, не парьтесь. Я, по сути, тоже ни хрена не вижу вместе с вами. Так, что я здесь вижу? Я вижу тут человека, у которого вот в правой руке такая сабля. И какие-то пятна, куча оружия, два автомата перекрещенных. Вот слева и справа, вот наверх, как будто бы дуло автоматов торчат. А внизу сабля, гусар. Знаешь, вот гусар, вот как они в таких шляпах высоких ходили. Вот военная форма, мундир вот этот вот старый. Это гусар с М16. С двумя. Или с двумя калашами. Точно. Так, очередная стрёмная игрушка. Какого хрена это все тут делает? Я знаю, я сегодня очень многословный, но... Я нервничаю. Ключ к её сердцу находится там, где вы начали свое путешествие. В смысле? И кодовый замок. Свое путешествие я начал... Сука, 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 сука. Что это было сейчас, а? Пошли нафиг. Так, свое путешествие, говорит, там, где вы начали. Поехали, стрёмный лифт. Вот там что-то написано про лифт, но неразборчиво. Лифт капец какой медленный. Ты ж твою мать! Ой.
Я надеюсь, вы оглохли сейчас вместе со мной. О, так. Игра. Игра, какого черта? Че ты творишь, игра? А, проверить зрение, кабинет номер 6. Я там уже был. Никаких подсказок. 41 год. 41 год. Там было еще что-то про 11 сентября. Может быть, 11.09? Блин, я так стриманулся вообще. Это что за звук был? Вы слышали? Так, проверяем зрение. 6, 2, 9. Нафиг. Я не знаю, что здесь происходит, но это было пипец стрёмно и неожиданно. Я такой фигни тут не ждал, честно. И правда был, я был не готов к этому. Шесть, два, девять. Шесть, два, девять. Слушай, ну... Сука, да что такое, а? Шесть, два, девять. Блин, чё-то стрёмно-то так, игра. Мор. Нет сходства. Занято. Воу, ты чё? Открой эту гребаную дверь. Ох ты ж, блин! Я передохнусь. Боже, что тут? Что за дичь здесь творится? Блин, я ж... А мурашки по рукам просто пошли. Я не ожидал, что будет вот так вот. Игра, чё так страшно-то, а? Это ещё что такое? Это какое-то подсознание больного человека.
Что это-то? Что происходит вообще? Это все придумал какой-то нездоровый человек. Алло! По-моему, кукушка у главного героя вообще куда-то уехала очень далеко. Вот это вот главное меню игры здесь, вот так вот. Вот она, та же лавочка, только как-то здесь что-то гораздо более стрёмно. Пока что это все стрёмный, реально очень стрёмный атмосферный симулятор ходьбы, потому что мы просто... шаримся то здесь, то там, но... вроде бы плач как... плач ребенка, да? Так, я знаю, сейчас на меня какая-то дичь выскочит, понимаешь? Ребята, готовьтесь, сейчас что-то будет. Слишком, блин, Слушай, а что если я спиной пойду через этот мостик? Попробуем сломать игру, ну мало ли. Я буду идти спиной, точно, вот. Я иду спиной, меня ничего не напугает. Ой-ё. Мужчина! Мужчина, вам помочь, может быть? Ну, так уж случилось, что я здесь. Что значит, тебя не должно тут быть? Мужик! О, блин, да капец, прям в табло. Ну, да что с тобой не так, игра? Ключ и череп вороны, да? Или что это? Или голуби? Сейчас будет какая-то дичь. Еще раз, наверное. Я сейчас опять спиной пойду. А я могу шифтить спиной? Ой, я могу шифтить спиной. Ее! Сработало! Иди нафиг, скример! Все, теперь точно пока их не будет. Я как знал. Слишком много хорроров мы с вами играли. Мы знаем, когда ждать подставу. Daddy, play with me. Я тебе сейчас снимаешь штаны, с ремнем бить буду, мячиками накидается. Что происходит? Она или он? Свидетельство о смерти. Имя и фамилия Теодор Доуэлл. Возраст 7 лет. Мужской пол. Место смерти семейный дом. Причина смерти удушье во сне. Daddy, why did you allow him? Кому ему? Сына! Сына, выходи! Нафиг игра. Я уже не хочу в нее играть. Нет, не хочу. Че там? Телефон появился. Daddy! Daddy! He's here! He's back!
Я в офиге, просто серьезно. Я. Мурашки не сходят просто. Это какой-то забей просто здесь происходит в этой игре. А Теодор очень талантливый ребенок, он очень спокоен и проявляет черты мечтателя. Единственное, что меня беспокоит, это тень какого-то лица, которая появляется на рисунках мальчика. Наверное, это герой комиксов или другой персонаж, это, конечно, не опасно. Тень. Прекрасно! Просто прекрасно. Слендер, играющий в мяч с деревом на полянке, над которой летают вороны. Прекрасный рисунок. Меч. Теодор написано на мече. И кругом какие-то странные рисунки. И еще криповые игрушки у этого ребенка. Опа. Эй, мы снова дома. И свет в темноте светится, и темнота ее не окружила. Ну нафиг. Не, я, конечно, понимаю, что вам сейчас дико весело, вы там сидите, я тут трясусь такой, короче, и вам очень весело, но это нифига не весело. Уважаемая госпожа Доул, я очень рад, что вам нравится моя цветочная композиция. Я получил ваши замечания и дальнейшие рекомендации. Я посажу рододендроны, как мне было поручено. Мне придется подъехать на машине к теплице, чтобы перенести саженцы. Надеюсь, вы не против. Эдвард. О, так Эдвард, слушай, я в этой семье, оказывается, садовник. А еще, наверное, я как раз-таки являюсь убийцей. О, подвал. Какая прелесть, подвал. Я могу выйти нафиг из этого дома? Нет. Это тупо все в голове. Ай, нафиг, 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 нафиг. Просто нафиг иди. Ух ты ж, блин, там ножи, видали? Это ножи, которые висели в воздухе. Да какого фига? Почему я опять здесь? Что, не надо было туда заходить, что ли? Или что? Да, видел я, видел. Я не могу. Я пытаюсь, меня сейчас опять зарежут. Блин, вроде бы видел это уже все, все равно очково. Ладно, фиг с ним. Да нафиг иди, блин. Капец, это стрёмная игра, я сразу заявляю, она реально страшная. Отлично, отлично. Бункер с крысами. Щит. Теодор тоже написан. Хорошо. Щит и меч Теодора мы уже нашли. Уточка. Боковые внутрь, верхняя, нижняя наружу. Давайте запомним, может быть... А! Боковые... Не могу взаимодействовать никак, но это подсказка была. Боковые внутрь, верхняя, нижняя наружу. Внутрь, остальные наружу. К
почему тут кругом эти вороны? Что я здесь вижу? Ну, это, наверное, какая-то скульптура, знаешь, вот внизу, слева и справа, она тоже симметрична. Два мужчины, которые вот своими руками поддерживают то, что сверху. Потом на среднем уровне два дворфа, которые тоже вот руками так в стороны вывели, такие типа «Еее!». И самый верхний ряд — это брокколи слева и справа. Две брокколи. Прикольно. Я, как обычно, не отражаюсь. Фигня, мы знаем разгадку этой ерунды. Другой Стивен, у моей жены все в порядке по-старому. Давайте перейдем к сути дела. Ты должен помнить, что у нас был похожий случай. Это был вопрос, в котором ты принимал активное участие. Мы перегружены работой, ты мог забыть об этом. Я думаю, ты должен с помощью внушения помочь своему пациенту закончить сон. Гипноз может быть немного инвазивным. Попытайся спросить его о прошлом. А одобрение травматических событий станет хорошим началом для объединения его личностей. Я с нетерпением жду следующего письма. Поздравляю, Авраам. А тревожные результаты новой терапии. Метод лечения серьезных психических расстройств доктора Стивена Доула заключается в том, чтобы подвергнуть пациента сильным зрительным стимулам. Это имеет целью ввести в гипнотический транс, в течение которого пациент оказывается лицом к лицу со своими страхами и самыми глубокими мыслями. Однако результаты лечения не оправдывают ожиданий. До сих пор пациенты после терапевтических сеансов, во время которых они смотрели фильмы доктора, становились апатичными, страдали депрессией или эпилепсией еще долгое время после визита. Главная ассоциация психологов обеспокоенно следит за действиями Стивена Доула и планирует встретиться с автором спорных исследований. Ну вот, собственно, мы проходим точно такую же фигню. Эйзи. Так, хорошо. Там, блин, все какое-то красное. Ясно. Сюда мне, кажется, изначально не надо было идти. Patient Edward 41. Taking some pieces of advice from my friend Abraham, I established that Eddie suffers from a very mild split personality disorder. The other personality hasn't shown yet and hasn't taken him under control. There are only problems with memory and mild tics. I have to think about the kind of therapy I will apply. Слушай, это серьезно речь о главном герое, я практически уверен. Папа, мама, сын и тень папы. Прекрасно. Замечательно. Замечательная картинка. Слушайте, на самом деле должен сказать, что игра реально очень стрёмная местами, и, блин, я уже даже не хочу дальше её смотреть. Я думаю, для первого взгляда вполне достаточно. Давай ответим на звонок. Hello, Steven? Are you here? Steven, it's Eddie. Ох ты ж мой. Слушай, а что если Стивен и Эдди это...
Одна и та же личность. Ё-моё. Пришельцы. И мы снова в морге. Иди нафиг, ты мне больше не сын, я тебя знать не знаю. Иди ищи. Ладно, ребят, я правда думаю, что на этом хватит. Я просто все уже, у меня сейчас самого будет нервный тик, поэтому давайте первый взгляд на этом заканчивать. Пишите, что думаете о данном проекте вы, что думаете о сюжете, о главном герое. Блин, будет интересно почитать ваши предположения, что да как здесь. Но вообще, как хоррор, игра отлично справляется со своим реальным жанром. Это действительно хоррор, причем очень-очень криповый. Надеюсь, вам понравилось. На этом все. А я пойду заваривать себе ромашковый чай и отпаиваться валерьянкой. Пока-пока.